Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный, думаю, тест. Я надеюсь, он получится. Ну а вы поставьте лайк и напишите комментарий. Спасибо Сереге, если это удастся. Если нет, напишите просто комментарий. Возможно, у кого-то есть какие-то свои темы по поводу прохождения за пределом. Мы на бездонатном аккаунте на Сарденке, где есть хорошо прокачанная Фрея, землеройка и также, ну, такой себе относительно ворожей. Я показывал очень много тестов уже по поводу того, что, блин, вот сложно ходить, вроде большая сила, и мы как-то один раз были тестировали с вами прохождение с одним героем. Сейчас мы просто попробуем сделать небольшой тест. Ну, видите, пошаманил, а GG сразу же бонус кинул. Жалко, только они хотят, чтобы я донатил на это. Так, вот такая вот у нас землеройка. Ворожей такая сборка, я не знаю, у меня тут вряд ли ремочка есть. А если есть, надо 91 просвет. Хватит нам маны, вряд ли нам хватит. Попробуем. Попробуем дошаманить, если получится. Будем тестировать особый способ прохождения, не знаю. Я так пробовал, показывал уже не один раз. Вроде как бы и можно проходить на такой силе. То есть общая сила. Сегодня мы с вами потестируем вариант. Так, кристаллов не хватает. Вариант прохождения с... Нифига себе, у меня есть еще пальца. Офигеть. Не понял. Все, писец, дожились. Нету синих кристаллов. Жизнь, боль. Можно сливать аккаунт. Ладно, в принципе, мне все равно не хватит. Так, ладно, поехали. Раз, два, три. Ворожей 4. В общем, вот такие вот герои у нас. Плюс. Самое интересное, мы добиваем всех остальных обычными героями. По минималке. В общем, вы поняли. Вообще минимальные герои. То есть вот наш весь состав. Посмотрим, работает ли пачка или нет. Берем сюда и делаем так. Этого оставляем. Этому опять же кидаем оживу. Она будет так через раз работать. Вряд ли он будет дохнуть, мне кажется, быстрее. Такс. Фрейка. У нас по Фрей есть интересного. Можно поставить, в принципе, выживание. Дамага у нас будет и так хватать. Поехали. Смотрим пачки. 93. Хрона, Сура, Дугич. Ронин. Я не знаю, что-то не особо хочется нападать на пачку с Ронином. Поехали. И сразу же вторые эволюции. И сказать, что все мега круто, я бы не сказал. Что-то у нас поменялось. Ну ладно, поехали, сейчас еще дальше посмотрим. Проект землеройка. Опять же, вторые эволюции. Но тут просто у нас мега тащера. Может, и действительно попроще будет. Сейчас посмотрим. Опять вторая эволюция. Но 98 левел, не знаю. Как по мне, чтобы легче было, все пачки со вторыми эвами. Пробуем. Пробуем проходить дальше. О, вот такие пачки мне нравятся. Может, мы, в принципе,
сможем пройти по максималке, кто его знает. Пока вот так вот, отлично. Наверное, землеройку надо назад спрятать, а то его ушатают еще в первой линии. Ну, блин. Фу. Пока удачно. Первый этаж вообще просто налегке. И здесь, в принципе, легко. Может быть, кстати, что сила, точнее, прохождение зависит от силы пачки ваших героев. То есть, какие герои вы выберете, с каким прорывом. То есть, соответственно, здесь надо будет хорошее ворожай, хорошая фрая и, наверное, землеройка. Остальных надо по минимуму. Не знаю, как это дальше сейчас там на следующем этаже покажется. Ну, вы опять же, вы не сможете никого потом поменять, добавить, изменить, поэтому учитывайте это тоже. Так, на ворожае давайте поставим солнце на отхил. Хоть каких-то. Без отхила. Печально все будет. Ну, я не знаю, там толку от этого друга нету, его надо максимальной прокачки. Так, ему будет толк. Поставим так, вот Рудольфик. Поехали дальше. 23-й обычный. Тут обычный. Так, ворожай включился, отлично, даст отхил. Ну, надо ворожай однозначно ремочного делать. Так, тут уже 125-й, и, судя по всему, пошли эволюции. Тут еще без эва. Воу-воу-воу, минус. Минус один товарищ. Так, тут я не знаю. В принципе, с этими должны справиться. Так, отлично. Ну, учитывайте то, что у меня здесь не максимальные прокачки. Нету прокачанных питомцев, и мы бегаем реально очень хорошо по этажам. Может, действительно нету смысла в этой всей канители и ставить... И, ребята, это все фигня. Заходишь такой огник сразу. Куда, блин, куда? Чем я этого огника солью? Ну, вы что, угораете, что ли? За бред. Ну, здравствуй, конец, походу. Так, проверим. Ну, сливаются. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Красавчики просто. Блин, ну, что я могу сказать? Первый, второй этаж. Фу. Удачно пока что. Так, отлично. Сворожай подхилят нас. Я вам скажу, в принципе, неплохо. Проскакиваем очень быстро и очень хорошо. Но не всегда это так хорошо, потому что мы вот встретили товарища Ронина, который нам может просто сказать «до свидания». Хотя нет, вроде сливается. Радует. Знаю, каким образом он там себе дамаг получает. Я что-то не могу этого понять, в инвизе там или не в инвизе. Но второй этаж мы, ребятушки, с вами прошли. Это уже победа. Пробуем дальше одной Фреи. Ну, одна Фрея без землеройки, это, конечно, печаль. Ну, хотя она, в принципе, должна и одна тащить, сливать их. Можно, как вариант, ставить одну Фрею, она будет сливать пачку, потом докидывать героя. Но это, конечно, геморрой, дольше надо бегать. Не знаю, ну, огник меня как-то, знаете, так, немножко тактики этой смутил. Работает ли оно действительно так, как хотелось бы. Так, ну тут нас могут сейчас ушатать, если мы не снесем тыковку быстро.
Не, нормально все. Держимся. Ну, герои не сильные. Противник, блин, ну не особо сильный. Давай вот так. Так, Анубис. Тут у нас уже идет веселье дальше прям. Ну, нам самое главное, чтобы наша Фрея разогрелась. Дальше она будет их, по идее, с такой прокачкой стычки ушатывать. Поэтому тут особо нам чалиться не стоит. Отлично. Ну, смотрите, опять легкая пачка. И землеройка сразу же ушел отдыхать. Только появился, сразу же ушел на заслуженный отдых. Так, Анубис. Ну, вообще отлично. Да, ребят, все-таки что-то в этом есть. Я надеюсь, эта тактика вам тоже поможет. И у вас будет возможность собрать Мэри без доната намного быстрее. Ну, вот явный пример на сардельке. Все просто налегке. Просто изи. Попробуем эту же тактику у себя потом на основе уже на следующий раз. Это уже с понедельника. Ой-ой-ой, что-то я куда-то напал. Пофиг, нам все пофиг. У нас топовый герой. Ну, блин, шатает. Не зря я Фрею качнул. Касается. И, кстати, мы Фрей не особо много встретили, если вы не заметили. Другие герои. Что реально радует. Так, я надеюсь, они не ушатают. Отлично, мы вовремя отхилились. И таким вот образом мы добрались, в принципе, до последнего левела. И тут нас сейчас встречает Ронин и прочие друзья. Но прокачки здесь не особо, как видите, вторых эволюций нет. Соответственно, в принципе, вариант очень даже неплохой. Так, ну мы, понятно, мы слились. Ну давайте. Давайте я скрою вашу рекламу и посотрю ее. О май гад! Это просто кайф, ребят. Бля, не знаю, чем я заслужил на эту рекламу. Дали бы просто обычную попытку. Бесплатно это и все. Но нет, надо, чтобы заработать. Ну хотя, в принципе, это правильная маркетинговая идея. Авк-арена. Такс, все, резнули мы наших героев. Атаку жмем. Пробуем. Все, у нас остался товарищ Ронин, который нас просто вымораживает. Хотя посмотрите на Ронина, он вроде сливается, я не могу понять, на чем он там сливается. Но все просто изи, ребят. Тактика реально работает. Мы получили все полностью эти, прошли, в принципе, отлично, без потерь, даже оставили себе попытки. У вас недостаточно места на складе, вот что они хотели нам сказать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, спасибо за тактику, я ее еще попробую обязательно на других своих аккаунтах. Я надеюсь, оно вам поможет в прохождении, если нет, тоже пишите, будем разбираться, в общем, в любом случае. Все, максималка, вы успешно прошли все три уровня. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.